Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла очередная посылка для рыбалки. Посылка шла почтой Эстонии, но на этот раз примерно 35 дней. И вот мне пришли такие воблеры с довольно неплохого магазина с AliExpress. Так вот называется магазинчик. Влуры, воблеры 12 сантиметров и 7 миллиметров, вес 12,5 грамм и цена каждого воблера $1.04. Доставка бесплатная. Выбрал три таких расцветки, почитал отзывы, по отзывам воблеры хвалят, при том, что цена у них очень демократичная, даже можно сказать дешевая. Сейчас распечатаю, посмотрим, взвесим, померим. Сразу видно, довольно качественно покрашены, покрыты лаком. Красиво вот так бы переливаются. Такой расцветочки воблер полуматовый. Довольно красиво все сделано, покрашено. Глазки. И решил взять такую вот расцветку с точкой посередине. Мишень для щуки. Воблеры закрыты силиконовыми кембриками, чтобы нечаянно не уколоться. Так вот, довольно крепкие, пружинят, островатый крючок. Не знаю, как остальные. Уже посмотрим на рыбалке. Петельки вроде бы неплохо пролиты. Неплохо, довольно неплохо сделаны данные воблеры. Воблеры класса Minnow. Твичинговые. Сейчас взвешу каждый воблер и померяем. Одиннадцать. 12 грамм первый воблер. Аккуратно надо тройники ложить, сильно длинные, сильно длинные воблеры не ложатся на мои весы. 12,43, ну, как и заявлено у продавца, 12,5 грамм. Здесь продавец нас не обманул, информацию указал довольно точно. Видите, не могу за счет длины аккуратно положить. 12 грамм. Ну и размер от лопатки
до петли задней 12,7, как заявлено у продавца. Но если брать от заводного колечка, то 11,7 миллиметров. Все точно, без всяких обманов. Цена также, как уже говорил, невелика. Скоро проверим их в деле. Спасибо, друзья, за просмотр. Кому интересно, где я их купил, ссылка на воблеры будет в описании под видео.